Привет всем евро! К сожалению, Украина вновь проиграла уже в матче с Северной Ирландией, но нет времени горевать. В курсе ли вы, что британские ученые доказали, что телевизоры способны предсказывать будущее? Давайте же это проверим. Сейчас с их помощью мы узнаем, кто же одержит победу в матче Украина-Польша, который состоится 21 июня. Поехали! Вот два телевизора. Один из них предсказывает победу Украины, а другой – Польши. Давайте так. Если вы ставите лайк, то вы считаете, что победит Украина. Если дизлайк, то Польша. Пожалуйста, действуйте. Кстати говоря, вы знали, что если успеть нажать на один из телевизоров, то вы попадаете на обзор. Волшебство. Я напоминаю вам, что у нас конкурс, и ровно за день до финального матча Евро-2016 мы разыграем среди подписчиков данного канала два телевизора и среди подписчиков нашего бытового канала два холодильника. Все детали и ссылки в описании. Я думаю, что все уже успели сделать, поэтому просто напишите в комментариях, как вы думаете, с каким счетом закончится предстоящий матч. А так, до следующего матча, всем евро и пока-пока!